Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Foundation. А, что новенького? Я тут стеной обнёс. Оказывается, можно обносить бесплатно. Абсолютно бесплатно можно обносить всё и не париться. Кстати, вот неплохой кусок земли у нас вот тут. И вот тут. Так, поставил рыбаков новых и отправил ребят воевать. Вот что произошло. Сдохло трое человек. Ну, один пришел, вернулся. Благо мечи он вернул назад нам. Что, несомненно, меня радует. Вот, у нас продолжают расти деньги. Давайте-ка займемся тем, что... побалуемся немного вот тут. У нас тут есть сокровищница и нет сокровищниц. Сейчас мы настроим сокровищницу, а то за здание мы как бы платим. А они нам ничего не дают. И вот здесь. Все. Вот такой вот у нас теперь маленький фортик. Он кривоватенький немного. Ну, потому что я не знаю почему. Вот из этих, короче, башен тут ровненько не получилось поставить. И вот. А маленькая тропинка. Ну, из леса. И все. И ждем, когда построится новый мост. Ну, вот эту территорию. Кстати, нашу территорию. И рыбак. Естественно, рыбак. Слушай, у нас денег много. У нас много денег. А что нам за территорию дадут, кроме как за звездюлей? 50 монет... Золотые монеты. К вашему королевскому налогу будет добавлено 50 золотых монет. Купив вот эту территорию, придется строить еще один мост отсюда сюда. Но, как я уже говорил, мы идем к камню. А да, кстати, вот что они получили за то, что повоевали. Они получили 458 монет за первый уровень. Два новых жителя, прекрасно. 27 хлеба, 11 железа, 1 каменный блок и 1 инструмент. Целый инструмент, ребят, прикиньте. Знаете что? Ой, подожди. Нет, отмены, не надо ничего делать. Уйди, уйди, по-братски. Так, ребят, я там знаю, что вам нужен еще один солдат. 6 солдат? Нет, 6 не надо, 5. У нас всего 5 мечей. А кузнецы как раз мечи и делают, а у нас нет кузнецов, поэтому... Я говорю, не нужен... Вот дурачки. Говорю, не нужен. Надеюсь, ты без меча ушел. Да, все нормально. Мечей больше, тем более, все равно не осталось. Поэтому... Так, хижина рыбака. Вот как раз идем. Свободных людей нет. Все счастливы. 73. Слушайте, ну я вам домов настроил. Тут у меня вот статуя строится. Активненько, но... Что? Скульптура нужна одна? В смысле? И пошла ты в задницу удалить. Колодец есть, рынок нужен. Так, тут у нас как дела идут? Вырубка леса потихонечку продолжается. Давайте, короче, оставим пока этот лес. Да? Давайте пока оставим этот лес. Потом, потом им займемся. Потом. Да, вот этот вот вырубайте. И вот это вот обязательно вырубайте. Так. Все, он тут вам все посадит. Вы тут все вырубите. И все будет прекрасно. Так, а почему тут... Нет, это не жилая зона. Я тут случайно, походу, клацнул. Так, все, все работать. Все идет прекрасно. Надеюсь, с церквухой мы сегодня закончим. Я не знаю, мне инструменты пока не покупаются. У меня есть железо. У меня есть железо, и железо означает то, что мы можем построить кузнеца, который нам будет из угля. А, фигушки. Так, плюс один. Нам кузнец нужен, чтобы нам инструментов хотя бы не... А, нам нужно 20 инструментов. Ладно, давайте. Ну, блин, я хотел... А, я же территорию купил. Все правильно. Я же купил территорию. Давай здесь строить. И сразу же плавильню. Железо будет тут и добываться, да? Я же прав. Да, вот. Да, на холме, но кого колышет чужое горе. Надеюсь, инструменты нам привезут. Да, я вижу, что еще один человечек бежит. Заданий нет, поэтому пока поставим сюда. Может, что интересное будет. Так, тут у нас все сокровищницы, сокровищницы, сокровищницы. Ты че? Искать местоположение. А, у нас поручение же, да? Ну и все.
иди, пусть занимается, не будем ее трогать. Так, тут еще рыбка есть. Можем вот эту территорию отжать, но пока она нам не нужна, да и у нас денег нет. 76 настроения. По идее, у нас и рыба есть, и хлеб есть, и ягоды есть, и все есть. И что у нас не продается? Так, продается. А, они не покупают, ясно. О, можем хлеб настраиваем. Все, мы можем как раз продавать им. А, они будут покупать у нас рыбу за 4. Там не покупали рыбу. И они не продают нам ткань. Оуч. Растения какие-то нет. Мне мечи продают. Ну, мечи нам не нужны, спасибо. А, тут тем более за 50, тут за 25. Ну да, мечи нам не нужны от слова совсем. Статуи можно купить. Ну, там, кстати, кто-нибудь новый житель. А, кто-нибудь статуи продает? Да вроде нет. А смысл ее покупать тогда? О, у нас по деньгам пошел минус. А почему? А потому что что-то пошло не так. Ну, новый житель бы нам не заруинил так все, поэтому вряд ли это он. Так, солдат четверо. Почему солдат четверо? Должно быть пятеро. Раз, два, три, четыре, пять. Мечей-то у нас пять. Правильно? Правильно. Все, пять солдат. Нам ткань нужна срочно, чтобы... Подожди, они ткань... А, они ткань не продают. Да, они ткань не продают. Нам нужны инструменты и ткань. Это мы продаем, это мы продаем. Выше 35. Сколько у нас камня? 44. Нормально. Так, я надеюсь, они начали добывать мне последние деревяшечки. Ну да, все, короче, уперлось у нас в то, что у нас нет инструментов. Может, я что неправильно настроил в покупке? Из 4 один пришел. Прекрасно. Может, я реально что-нибудь не то в покупке настроил инструментов? Так, инструменты. Докупать до значения 20. Докупать до значения 30. О, плюс 16 стало. Без понятия, как это происходит. Запретить торговлю. Нет, докупать, докупать именно. Я вас верю, ребят. Тем более, город мне должен один как минимум поставлять эти ресурсы. Да, кузи начали подтаскивать ресы. Ну, это доски и камень. И больше, в принципе, подтаскивать-то и нечего. Да, все, все подтащили. Инструментов они не принесут, потому что их тупо нету. Вот, по идее, бежит торгаш. О! Он хочет купить ягоды, блоки, доски и вино. И хочет продать нам рыбу. Какого инструментов 20 может продать? Ну-ка, давай смотрим. Сейчас посмотрим, как нам 20 инструментов продашь. Вот инструменты, где у нас? 0. Стоп. Я, кажется, догадываюсь, почему мы их не можем купить. Инструменты. Заполнить ячейку. Заполнить ячейку, заполнить, заполнить. Построен мост. 20 инструментов. Да, детка, да. Прекрасно. 20 инструментов есть. Минус 45 по баблу сразу же. 20 инструментов надо было просто на склад поставить. Все. А рыбу он не покупает, потому что нафиг нам не уперлась твоя рыба. Минус 45 по баблу. О, торговля. Да, но это мы купили, потому что и новый житель прибыл. Прекрасно. Прекрасно, что ты прибыл. Давай. А у нас дерева нет. Прикинь, дерева нет. Прикинь, дерева-то нет. А почему нет дерева? Стоп, а кто у нас? Ты деревом занимаетесь. Ну, а чё вы не добываете? Дерево-то вот у вас. Так, давайте-ка на паузу поставим пока что вот это и вот это. Да, это пока что на паузу 100%. Это уже на паузе. Сюда давай подтаскивайте все. И давайте построим вот здесь лесопилку. Нет. Вот, лагерь лесорубов. Он как раз здесь очень сейчас сильно и пригодится. Да, вот прям вот тут вот на у водички поставим тебя. Начать строительство, да. А вот этот снести. Все, как-то так. Сейчас лагерь лесорубов построят, и мы сразу денежками обзаведемся. Жопа. Чё-то как-то у нас жопа идет. Инструментов осталось уже 7. Я даже не знаю, куда их таскают. Что? Посланник.
просит аудиенции. Что тебе надо? 5 хлеба, братан, серьезно. Да, 5 хлеба. А, 200 монет золотых поверх. Подожди-ка, расскажи-ка мне, что мы можем тут себе построить? Ничего. Ага, церковь. Церковь, нет, не нужна, спасибо. Я ставлю все же на... Да, вот на это. Ладно, давайте королю поможем и все. В смысле хлеба нет? Так, в смысле на складе нет хлеба? Подожди, в смысле? Он же... Стоп, он... у нас в амбаре нет хлеба? Серьезно? Так хлеб сюда и заполнить. Быстро. Сейчас. Все будет. Давайте, ребята, в темпе. У нас без работы. Нате еще одного вам. Доступно повышение. О. Еда. Там одежда понадобится. И еда. Оу, щет. Ну, еда у нас вся, кроме одного хлеба. А все остальным проблем нет. А, ну это крестьяне. С крестьян до мещан. Стоп, подожди. Нет. Это мы можем, а это мещане. У нас нету мещан. Ну, в смысле, нам нужен минимум один. Но у нас нет денег, чтобы просто его разместить. Так что следующего месяца ждем. 7 хлеба. На, держи. Все, свободно. У нас 200 рыбы уже, кстати. У нас уже, кстати, 255 рыбы. Доступно повышение. Подожди, один мещанин нужен. Плевать кто, ты будешь мещанином. Все, нам нужен был только один. И у нас есть один мещанин. Это означает, что мы можем что? 20 мещан? Подожди, нет, вот. Часовня, все правильно. Ух, да уж. Да уж. Да. Так, что с часовней? Секунду. Ну, да, оставим этот звон. Так, это что? Звон в колокол. Ежедневный. Ну, ежедневный пусть будет. Тип колокола. Светлый. Темп. Давай-ка. Оставим такой. Гашечкой оставим. Я решил их выбесить. Так, строительство. У нас доступно... О, у нас началось доступно быть топовые вещи. Нет, это все нафиг не надо. Овечья ферма. Шерсть. Он производит шерсть. Вот овечью ферму мы начнем строить вот здесь. Начать строительство. Плевать. После овечьей фермы сразу же строим... хижину ткача, который нам будет из овечьей фермы делать, ну вы поняли, материалы. Только не здесь, а вот ближе вот к этой вот будем строить. Вот так вот ее поставим где-нибудь вот тут. Потому что, ну, форт расширять будем еще во все стороны. Да еще один идет к нам. Вот как раз жители пойдут работать. Но у нас инструментов нет, поэтому не знаю, как там кто пойдет. Так, тут 10 из 10. О, сейчас ферму достроит. Стоп. Твою мать, зачем вы строите? Ладно, мы сюда пойдем, фермой. Они просто какого-то хрена начали строить не там, где надо. Так, ладно, тут добывается все. Так, давайте-ка зону добычи слегка расширим, на всякий. Ферму достроили. Сейчас человечки придут, подожди. Сейчас люди придут, сейчас ты будешь всех пшеничкой угощать. А для пшенички нужен амбар. Жопа, амбар. Это склад. На склад нельзя, да? На склад нельзя. Нужен амбар. А у нас амбар вот. Тут у нас две ягоды. И амбар вот, в котором толух. До хрена ягод. Давай, короче, сюда тогда. Пусть они таскают сюда пшеницу. Нет, сюда они пусть все ягоды таскают. Так, уйдите все, пожалуйста. Сюда пусть таскают они тогда пшеницу. Сюда хлеб. А сюда пусть таскают рыбу. И рыбу. И ягоды. Все. Как-то так. Надеюсь, переносчики есть, так что я не переживаю за этого. Задание доступно повышение. Ты иди ты лесом. Все, хватит с меня повышения. Все, на сегодня хватит. Свободны все. Я знаю, что мне нужно 20 человек, чтобы типа разблокировать вот сюда вот. Бонус к торговле. 20 торговли с посещением лояльностями. Ага, ясно. Но это мне пока нафиг не надо, на слово совсем. Так, один житель прибыл.
Ты прибыл, на, иди на ферму. Разместить поле. Да охренеть тут. Давай поле тебе вот так вот разместим. Я надеюсь, ему этого хватит поля. Так. Вот сюда вот давай побольше. Так. Вы нашли золотую руду. Ух, ни хрена себе. А, вот железо, ты, ё-моё. Вот железная, вот золотая руда. Это кто? А, это моя баба ищет, бегает. Ё-моё. Короче, смотрите, золото и железо. Имба. Надо забирать, я сказал. Мой лорд, ваш... А, ну подожди, у меня денег нет. Потом выполним. Ветренуха. Ветренуха завершена. Так, где у меня народ до хрена? Мастерская строителей. Мастерская строителей минус один. А, и ветренуху едим. Давай. Он будет делать муку. А это значит, нам нужно строить амбар. Срочно. Причем в любом случае амбар-то строить придется. Так что, чем мы паримся, давайте его разместим где-нибудь вот. Ну, ладно, мы форт тогда будем вот в эту сторону расширять. Если что, мы его удалим и поставим в другом месте. 50 монет нету. А у нас минус 53. У нас нечем платить. У нас нечем платить людям. О, есть, есть. Вперед. Пока есть деньги. Пока есть деньги, давайте вперед. У нас дерева нет. Знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, что вы... Столько нам народу тут не надо. А хижину кто-нибудь мне построит? 5 инструментов надо. Черт. А это означает, что? Правильно. Мы в дерьме? Мы в дерьме. У нас дерева нет. Короче, пока 5 инструментов не появится. А ты на паузе. Ты на паузе. Ты... На паузе. На всякий пожарный. Так, тут что? Тут чистое дерево. Нужно... Дерева тоже нет. Ты, короче, ладно. Я... Главное не забыть их с паузы потом снять. Так, это колокольный звон. Надеюсь, он не бесит людей. Так, ты на... А, ну, тебе дерево в любом случае надо. А чё ты сюда? А, ты сюда инструменты принёс? Давайте тоже на паузу поставим. Надо 5 инструментов где-то надыбать. Ждем торгашей, короче. У нас минус 46 из-за торговли. Плюс 2. Плюс 2. Что за произошло? Не знаю, что произошло, но это прекрасно. Слушай, у нас рыбы до хрена. Давай рыбу продавать. Кому рыбу можно продавать? О, покупает рыбу. Прекрасно. А рыбу покупает 55? Серьезно? Давай, когда рыба больше сотни. 105. Хотя, ну, просто 100. Ягод у нас достаточно. Пока не продаем. Ткань покупаем. Это мы продаем доски 150, когда у нас лагерь построили, прекрасно. Идите сюда трое, начинайте лес вырубать. Так, это мы снимаем с паузы. Сейчас мы сюда закинем всех, кого надо. У нас, я так понимаю, инструменты подвезли. Это что, пекарня? Пекарню снимаем с паузы. Дом. А дом и так не на паузе. Церкуху они построили, да? Все. Редактировать можно основное, что звон в колокол, это не то. А что-то же можно было сюда еще поставить. А, 3 из 20 у нас пока что ходит. Ну, им вера была нужна, да? Ну, вот вам вера. Тебя тоже с паузы можно снимать. Тебя с паузы снимать, когда-нибудь да построят. Вот главное вас, ребят, построить. Ткань нужна. Вот всего нужно чуть-чуть ткани, чтобы, получается, это что? Вот, овечки в ткань. Вообще все прекрасно. Так, плюс еще один человечек у нас появился. И у нас... О, вот, безработный один есть. Так, да. В общем, а так все прекрасно. А, так, тут все делают. Тут все делают, но мало. А, вот поэтому. Ладно, в принципе, все у нас прекрасно. Развитие идет, но недовольство растет, потому что слишком много раз что? Жителям не хватает домов. И жителям не хватает слишком много веры. Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем с этим. Так. Давайте просто редактировать и построим еще парочку. Чего парочку построить надо? Во. А, это золото у нас будет забирать. Крестов настроить? Почему бы нет, да? А, понятно. Вот почему нет. Двери нет. Значит, тогда что нам с них вот строить, размещать? А, ну понятно.
Вот, дополнительные залы. Они тоже у нас будут немного руинить помещение. Каменные надгробия — это уже перебор. Но они будут давать веру. Так. Если бы они еще... Давайте красненькие поставим парочку. Нам вера нужна. Без веры мы никуда. Так, ну и давайте парочку столбов поставим. Во, как раз вот здесь. Так. Так получилось. Сейчас мы еще немного вот это приподнимем. Так. Но не выше главной колокольни. То это будет как-то странно. Да, все, и можем это построить. Плюс 108 монет, конечно, но плюс 12 веры. Начнем. Это жестко ударит по нашему кошельку, но у нас нету других вариантов. Так, и надо торгаша влепливать вот сюда еще одного, потому что нету... Так, где торгаш, 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 рынок. Чтобы здесь было больше домов и более... Так, сейчас мы посмотрим. Да, как видите, тут не хватает торгаша. Вот тут вот его прям разместим где-нибудь вот здесь. Вот здесь его разместим. Да, лавка, вот она, все. И накрывать нам ее в принципе нечем, поэтому просто разместим тут две лавочки. Вывеска, что это торгаш. Да? Вывеска продуктовой лавки. Забор смысла, ну, можно заборчик разместить. А, нет смысла в заборе. И пару бочек. Все. Это не дает нам 5 монет в неделю в любом случае, но и это мы сейчас спокойно сможем за... строить. Давайте еще вот тут одну поставим, чисто чтобы была. И у нас плюс 3 веры будет. Начнем. О, и сразу красота увеличивается, они смогут себе еще что-нибудь влепить. Так, тут у нас пока все идет прекрасно. И в принципе, да. Так. Дерева не хватает, потому что что? Почему не хватает дерева? Тут уже все есть. Повысить приоритет, да. В угле жога все высаживается и срубается одновременно, так что все прекрасно. Так, тут все есть. Безработный есть еще один. Давайте его закинем куда-нибудь. Ну, еще один новый житель прибыл. Так, стоп. Ну, вообще, по идее, там надо... Вот так, тут у нас закинут, тут у нас мука пшеницы. А, вот, в амбар. Так, секунду, закинем тогда сейчас сюда муку, сюда пшеницу, сюда хлеб, а сюда... Ладно, а сюда рыбу. Так, все. А, здесь все есть, и нам нужно еще один склад построить в любом случае. Ну, мы сюда человечка закинули, да? Да, закинули. У нас еще один свободный минимум есть. Вот, нам надо еще построить один склад. Как раз-таки где-нибудь вот здесь... А где? Стоп, это кто у нас? Это пекарня. Это что у нас, точнее? А, склад построить один. Доступна новая военная компания, кстати. Сейчас подправим ребят. Так, где-нибудь вот здесь вот мы построим еще один склад. Когда у нас 50 монет дзынькнет, мы построим еще один склад. Ждем. 45 уже населению не нравится. Слишком мало домов. Жителей у них хватает одного дома. И не хватает веры. Доступно повышение. Идите, свободны. Свободны, говорю, некого повышать. Денег нет, у нас 7 монет осталось. Деревня стоит 66. И торговля минус 33. Поэтому откуда? Недовольство растет, значит, люди будут потихоньку сливаться. У нас есть безработные, у нас, в принципе, все здания работают. Ветряная мельница, все работает. О, еще плюс один. У нас даже с учетом всего этого народ прибавляется. Ферма пшеницы. Давай отправим сюда еще одного. Пока у нас есть свободные люди. Склад все равно пока монет нету. Печальненько. Блин. Ну-ну-ну-ну-ну, дай. Дай мне 50 монет. Дай 50 монет по-братски. На один склад всего лишь. Складов надо много. Я так понимаю, туда будет... О, держи, все, склад, супер. У нас минус 23 снова, но бабки все равно как-то идут. Откуда, не знаю, но и пусть идут. Может, торгаш приходил. Все может быть. О, посланник стоит, точно. За рыбу, братан, за рыбу, естественно. Давай кому поможем. Давай поможем вам за рыбу. На, все, сразу выполняем, сразу 200 монет, сразу все прекрасно. 53 настроения, дома должны строиться. Чего не хватает? Приоритет повысь себе.
По идее, должны углежок были построить. Ну, давайте, давайте, быстрее подходите, достраивайте. Ёпта, кто, добегите сюда, достройте. О, ты бежишь, да? Не ты. Ты? Скажи, что ты строитель, по-братски. Ты не строитель. Кто-нибудь, дойдите сюда, постройте, пожалуйста. Что вы меня так выбешиваете? Тут повышенный приоритет. Тут осталось один удар сделать. Кто несет? Где он? Покажите мне его на карте. Ну-ка, быстро достроил. Все, иди сюда, углежогом. Будешь нам уголь добывать. А куда нам уголь складывать? А уголь нам складывать некуда, потому что у нас все склады уже забиты. Да? Жопа. У нас 30 инструментов, кстати, впервые. Впервые до хрена инструментов. Тут нет... Камень весь перерабатывается. А, ну у нас камень весь там. Давай эти, кто там? Не уголь сюда складывать будем. Далековато, если честно. Но вот этот склад мы подразгрузим, когда он появится. Когда-то он появится, и мы обязательно его подразгрузим. Там идет высадка дерева и посадка. А, вот он только что. Наш торгаш ушел. Денежку нам принес. Денежка, кстати, идет в плюс. Вообще все прекрасно. Если что, купим вот эту территорию и просто расширим здание. Главное, башенок больше влепим, больше этих построим. Там еще что-нибудь. Посмотрим. Так, еще плюс 2 человечка. 63 настроения. Ну, у нас есть хижина угольщика, хижина собирателей. Вот, можем в одного отправить. На склад еще одного отправить, строителей прибавить. Ну, у нас есть кого еще прибавить, амбары вот у нас тут. Куча, подожди, в смысле? Подожди-ка. А не дохрена ли тут народу? Реально. Вам не много ли народу? А что так дохрена? Вот лесопилки вообще никого нет. А потом почему? А у нас дерево есть. А нам дерево, у нас дерево есть, нам не надо. У нас пока есть дерево, нам не надо. Вот лучше знаете, куда сходите? К строителям. Во, идеально. Сейчас еще плюс 2 придут, и вообще будет все прекрасно. Да? Да. Минус 11, конечно. Но сейчас производство начнется, и мы, думаю, начнем неплохо зарубать бабки. Тем более, нам еще надо одного сюда залепить. Как минимум. Сюда одного поставить, чтобы он нам еще еду продавал. А хотя это не обязательно. Главное просто построить рынок, и они уже автоматом будут лучше. Уже у них там все будет хорошо. Так, давайте жилую зону поставим. Ну, конечно, тут низко, естественно. Тут ни рынков, ничего нету. Конечно, тут будет жилая зона низкая. Так, плюс 2 жителя. Ну вот, плюс 2 жителя. Ветряная мельница. Пожалуйста. Лагерь каменотесов не надо. Амбар. Ну, давай. Амбар? Не, пока погоди. Пшеничка он еле-еле растет. На ферму не надо вам еще плюс одного. Давайте еще поле. А, поле, мне кажется, увеличивать нет смысла. Ну, мы вот сюда еще его увеличим на всякий. Я не знаю, нужно это или нет. И вот сюда вот увеличим. Главное, чтобы они на поле не построили. Я просто не знаю, какой радиус поля. Вот в чем дело. В армию смысла нет, у нас ткани нет. Нам нужны... Вот, вот это вот нам нужно. Вот. Деревья нужны и инструменты. Да, все. Давай вот тут приоритет поднимем. Вот тут приоритет поднимем. И вот тут приоритет поднимем. Да, так, что у нас по недовольству? Религии не хватает. Жителям не хватает религии. Все. Все, что не хватает жителям, это религия. Но мы уже начали строить. Плюс еще 4 человека. Так, это все ожидает строительства. А, ничего тут нового не добавляется. Ну, кроме как количество народу, да? Тут же должно быть количество народу где-то показываться. Размер 20. Нет, подожди, общее. 6. В неделю 50. Вера. А, 28 из 30. Неплохо. Слушайте, им уже веры начинает хватать. Неплохо, неплохо. Все прекрасно. Что случилось? Все хорошо. Не могу сажать. Нет подходящей зоны. Домик лесничего. А, ясно. Короче, ну, нет подходящей зоны. Все правильно. Я так и задумано, потому что ты уже насажал там, чувак. Так, мельница работает. Тут не достроили, потому что все же есть, но почему-то никто не строит. А, он строит.
Сейчас он добьет, и мы сюда отправим народ. Там вроде еще 5 человек нам сейчас присоединится. Давай, вперед. А, тебе вода нужна, точно. Вода, 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 вода. Давайте колодец тут вылепим. Нужна же вода, точно. Вот, вода сейчас будет построена, и мы колодец сразу же прям... У нас, кстати, на еще одного тебе. Нам главное вот это вот здание, чтобы достроили. У нас инструментов нету. А, нет, 30 инструментов. Погоди, инструменты есть, все есть. Построит это и это. И мы, собственно, разместим народ. Ну, а на этом мы пока что будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.